Тигран Улиханян тоже новичок в парламенте. Только вот за ним вторая по величине партия «Процветающая Армения». В политике он уже 12 лет. Первое, что хочет сделать – облегчить налоговое бремя для малого и среднего предпринимательства. Моменты, касающиеся урегулирования налогового поля, в частности, касающегося малого и среднего бизнеса, конечно же, будут инициированы те проекты, о которых мы говорили в предвыборной программе.